Неразделенная любовь толкнула жительницу Магадана на самые крайние меры. Пытаясь вернуть своего ухажера, девушка парализовала работу городского аэропорта. Позвонила и сообщила, что в здании заложена бомба. Правда, не учла, что самолет с возлюбленным уже улетел. Заложена бомба. Кто вам это сказал информацию? Я это точно знаю, если сейчас взорвется через некоторое время. Телефонный звонок испортил планы тысячам пассажиров. Пока люди несколько часов мерзли на улице, кинологи с собаками прочесывали здание. Влюбленная террористка хотела сохранить свою анонимность. Не получилось. В гости к девушке оперативники пришли через 2 дня после злополучного звонка. Возмутительница спокойствия, возможно, увидится со своим любимым. Мужчина улетел на Колыму. Если суд решит наказать террористку по всей строгости закона, несчастная может отправиться в том же направлении.